Очередная моя идея. Вот она. Первый раз делаю аппликацию, хотя машинка у меня с 13 года. Но аппликацию делаю первый раз. Посмотрим, что получится. Опять же, трикотажная кофточка, которую я одевала пару-тройку раз. Один раз стирала. Но она унылая. Как будто бы и красная, но похожа на дешевую майку. Поэтому вот я ее украшу и посмотрим, что получится. Конюшка мне попалась изумительная. И кусочек-то бы никуда не использовать. А для аппликации не просто чудо. Когда я все делаю. С изнанки это выглядит вот так. Я ставила в качестве уплотнения обычную бумагу, поэтому ну, основные большие кусочки я уже убрала, но мелкие они потом при стирке, при глажке окончательно отпадут, поэтому не страшно мелкие кусочки. Ну вот что у меня получилось. Третья бабочка получилась несколько бледноватая, но ничего страшного, я ее фломастерами раскрашу. И будет красиво. Ну вот такая. Сейчас я еще померяю на себе. Слегка отпарила. Вот какая веселенькая блузочка у меня получилась. Поближе чуть-чуть. Ну вот. Мне некому помогать со съемками, поэтому пока так. Очень даже веселенько. Я подумаю, может быть, я бисером разошью еще. Будет очень даже здорово.